Участники Всероссийского слета «Строители новой России» знакомятся с историей русского романса. Родина романса – средневековая Испания. В России этот жанр искусства начал набирать популярность в 18 веке. Под живую музыку звучат романсы и стихотворения известных классиков Есенина, Тургенева, Пушкина. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой черный взгляд меня томил, душе твой голос раздавался. Зрители, затаив дыхание, слушают исполнителей. Многие произведения знакомы, подпевает весь зал. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Я занимаюсь вокалом, 3 года хожу в музыкальную школу и к репетитору на вокал, эстрадный вокал. Отдельно еще с ним занимаемся академическим вокалом, а также ездим на всякие конкурсы, занимаем призовые места. Организовали вечер русского романса сами юные строители. Ведущая Арина Кузьмина считает, что подобные мероприятия помогают приобщить молодое поколение к культуре и искусству. Ребята сами вызвались исполнять свои романсы, стихи. Им очень понравилась эта идея. Они хотели петь, читать стихи. Очень много ребят участвовало. Как бы сложностей никаких не возникло, организация прошла очень быстро, и мы рады, что все получилось, как мы хотели.